Здорово, шофера! Мы продолжаем играть в City Car Driving. Посмотрите на мой Жигульваген. Какой красавец, не правда ли? Желтый цвет. На мокром асфальте смотрится просто супер. Попробуем на ней сегодня потаксовать и посмотрим на реакцию пассажиров. Специально поставил влажную погоду. А вдруг она еще и углануть сможет, а? Голосуйте, как? Может тазик углануть? Или все это херня? Пихло здесь, кстати, 1.5. Че думаете, повалит она или нет? Так, в цвет. Ну, свет здесь не обязательно, это Жигули. По-мокрому, ну не знаю, пойдет ли. Надо еще раз газовать ее. Это пятерка, и здесь тахометра нету. Это в семерке здесь тахометр. Темновато достаточно. Ну давайте проедемся хотя бы чуть-чуть. Блин, по-мокрому, конечно, уже чувствую, что носит. Ох, да, есть такое дело. Ну не знаю, боком в поворот зайти. В какой только тут, блин. Трафик такой сумасшедший летит. Попробуем, конечно же, таксануть. Сейчас я сначала немножко хотя бы прокачусь, буквально пару метров, чтобы понимать, что вообще за машина, как она себя ведет. Что-то с газом какие-то проблемы. Или она шлифует, или что, он тоже жигулист. Сейчас мы проверим. Да, пацаны, она шлифует, если вы видите, она реально шлифует. Балдеть. Не, ну моделька, конечно, да, если так вот по-серьезки, да, моделька ничего, в принципе. По салону, конечно, не ахти, как-то меня впечатлило. Была моделька поинтереснее, по салону здесь как-то темно, да и вообще в этой игре темновато. Ну чё вы, козлы, блин, не дали проехать. Конечно, прошлое видео, пацаны, получилось максимально какое-то трешовое. И, в принципе, вообще, я думаю, весь контент по этой игре будет какой-то такой трешовый, какой-то сумасшедший, неадекватный, так как сама игра это подразумевает. Просто наталкивает меня на какие-то ДТП, на что-то совершить, какой-нибудь боком в поворот войти, я не знаю. Я, конечно, дрифтер вообще никакой. Конечно, я пытаюсь, играю в Корсу, пытаюсь там, но... Вот, честно говоря, зимой по льду в реальной жизни валить боком на Жигулях это куда проще, чем в этой игре вообще что-то сделать. Светофор, ты почему так мало горишь? Я сейчас начну нарушать, реально, я сейчас начну серьезно так нарушать прям. Бесит, блин, бесит. Чуть в прошлом видео не так было много трафика. Я выбрал тот же район, новый район, только другую точку, получается, спавна. Так, давай, 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 там зеленый, загорайся, мне надо вон проехать до парковочки буквально. Давай, Жига, вали отсюда. Не умеешь на Жигулях ездить, не езди вообще, значит. Блядь, дебил, просто взял и встал. Вот реально здесь без ДТП никак, ты здесь не можешь без ДТП играть просто в эту игру, нахуй. Во, вот и уголок, уголок пошел, пацаны, ни хрена себе, да я прям это, все, я дрифтер, ща. Конечно, в этот поворот я не буду заходить боком, но вот нам нужно прямо приехать до парковки и там врубить рубер. Хотя похеру, врубаем рубер, короче, и будем таксовать, начать работу, ждем. Кстати говоря, ну давай попробуем угла все-таки дать в этот поворот. Ну такой чисто, знаешь, лоховской я дал. Так, принимаем заказ, блять, газель на встречку. Ой, я дебил вообще. Не, ну здесь не получится. Бля. Где первая? Первую. Я газу даю, а даже не слышно. Че вообще со звуками, как это косяк, походу. Не, ну сейчас мужика собьем, реально. Я хотел дворами пропетлять, думал, так быстрее получится, тихо, менты. И вообще такие номера есть синие? Давно уже в реале не встречал. На гражданских тачках такие номера. Так, назад. Давай. Мы это, короче, боком из дворов наглухо без номеров.
Я не знаю, как на ней ездить. Блин, народу до хрена. Че я сюда-то поехал? Давай развернемся, значит. Сейчас газель только пропустим. На тротуар нормально, мы на жиге, нам можно все. Че я здесь смогу сократить? Смогу. Давай. Че-то какой-то движ тут в натуре, блин. Кстати, радио в игру добавили, я даже и не знал. Не, ну слушай, на ней можно валить так-то, че мотор 1.5. Бы и не валить-то по мокрому, тем более, в принципе. Но хотя на стоке по сухому вряд ли оно пойдет. Я вообще на самом деле, ну как бы, чё по жигулям, я люблю экспортные в основном тачки. Ну пятерка даже не из экспортных, это как бы одна из моих любимых вообще. Пятерик — это самая такая нормальная из классики, мне больше всех она нравится. Конечно, хоть третью подрубили. Блин, ну видос, конечно, да, по 5 трешовый, но это нормально. Сейчас будет ДТП, да? Да. Под газель. Ого, я не заметил, что тут таха еще едет. Че, боком по кольцу? Нормально, нормально, нормально. Не, нормально, веселая тема. Не, жига вообще веселая, пацаны. Блять, ДТП. Ну ладно, ничего страшного. Убили молодую семью. Это срок сразу, короче. Я посмотрел видосы по сети Кару у людей, и там вообще все врезаются, так что я еще как бы нормально в прошлом видео себя вел. Ну, бочка мне понравилась, да. Блин, да хочется по кольцу здесь срезать, но... Ух ты! Блин, да, надо, конечно, не сходить прям с ума. Ничего поделать, пацаны, это жига, и по-другому на ней нельзя ездить, только так. Для этого и нужны жигули. Че вы, вот народ убивается там, я ж как бы эту боевую классику шарю за эту тему давно уже. Года так с 14-го. Наблюдал. Кто в теме, тот поймет, короче. Так, где этот черт там сныкался? Сейчас мы его прокатим как надо. Он просто, наверное, чё? Ух ты, женщина, извините, пожалуйста, я не хотел. Простите, простите, люди добрые. Я на жиге, извините. Я пьяный, капец. Я вообще на жиге только по-адекватному ездить никак нельзя, вы чё? Я бы какую-нибудь шестеру взял. Есть, интересно, модовые шестерки, надо посмотреть. Не, она сама боком идет. Я не думал, что она вообще будет боком ходить. Так-то есть, конечно, всякие чайзеры там, марки, вот на них. О, опять ты бледный. Ты или не ты? Ну давай, садись. Падай. Здорово, бледный. Ну чё ты, как, нормально все у тебя? Не боишься? Ты смотри, пристегнись, не забудь, сейчас будет валилово боком. Сейчас ты мне вообще такой минус поставишь. Ты таких еще никому не ставил, друголетчик. Так, немножко назад. Если врежемся, ничего страшного, это же жига. Я, как видите, да, поворотники включаю, вся фигня. Газу приходится много давать, потому что нихера не слышно, даешь ты газу или нет. Ну чё ты, давай, минусы свои ставь быстрее, бледный, давай, давай, давай. Давай, мы же там, чё, резко тронулись, да? Блин, капец, по скользкому вообще в поворот зайти, это нереально. О, смотри, лайк, лайк ставят, нормально, 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 бледный, ну чё ты в натуре? Давай, не жмись. Главное, не очкуй, сейчас будет валилово нереальное. Так, здесь односторонка, налево уходим. Давай, помойка немецкая, свали, дай дорогу советскому автопрому. Сейчас мы в левую сторону, можно в любую полосу.
А что, я не могу прямо здесь проехать? Нет, могу, почему? Что-то я вообще уже забыл знаки. Забыл, как ездить на тачке в натуре. Так, ну где там зеленый, давай. Со светофора просто всех делаем. Ну а что у нас, 1,5 жига. Боевая классика. Третья. Красный. Занимаем левый ряд. Пытаемся оттормозиться. Смотри, смотри. Ага, выезд на встречную полосу. Дизлайк, да. Да где я выехал-то? Чё там? Чуть-чуть совсем. Давай, давай, давай. Зеленый, зеленый, зеленый. Сейчас мы этого Volkswagen'а дернем вообще как девочку просто. Так, рано. Да он вообще забыл, что ехать надо, ё-моё. На второй до 60, третья пошла. Ну чё, где поворот хоть какой-нибудь, я хочу угла дать. Реально, надо снимать отдельное видео, блин, вот не таксовать, а конкретно боком ходить. Смотри, ему нравится, ему жига понравилась, Audi бочка ему не понравилась. А жига ему нравится. Ни херена себе ты, бледный. Да ладно, да ладно тебе. О, пошли минусы. Ну да, тут как бы я пытался, думал, что боком зайду. Нифига. Направо поворот. Ну не знаю, не знаю, получится ли. В левый я бы, конечно, зашел. Здесь мне немножко не позволит бордюр. Ну хотя, если встречку цепануть, да не будем, нафиг надо. То окончательно убьемся тут нафиг на этих жигулях чертовых. Не, ну так, в принципе, по салону, ну, более-менее темновато, конечно, но это игра такая. Потолок, кстати, оригинальный. Че, ехать можно? Нет, нельзя ехать. Че ты сигналишь тогда там, дятел? Вот теперь можно ехать. Здесь что мне нравится, вот можно, да, сейчас, смотри, поверну. Ну давай, уголочек. Ну такой легонький, чисто. Чисто лоховской такой, знаешь. Перекладочка там. Да не, пацаны, не, не. Дрифтовать это не мое, тем более в этой игре. Смотрите, нажимаем Escape, да, и можем менять трафик. Погодку можем сделать ясно, можем сделать там... И туман, дождь. Дождь, наверное, вообще она будет в каждый поворот залетать только так. Так, что, давай, правый ряд. Во-во-во-во-во, смотри, 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 боевая класс. Смотри, что исполняет. Ты шо, дядя? Не, ну тебе куда с нами тягаться? Ты на стоке, а мы... Во, во, смотри, у бабку, бля, не сбить. Давай, третья, вторая, нахуй. Нихера, газу даешь, не слышно даже. Не, ну в этот поворот я бы мог взять, да, обосрался. Да ладно, чё тут? Мы ж таксуем, не дрифтуем. Я думаю... Одного раза для бледного хватит на Жигуля. И встретимся, блять, где его надо было высадить? Да хуй его знает где. Тут вообще не просышь, блять, где чего? Че, здесь мне нельзя выезжать. Не, ну мы вообще исполняем, конечно, дичь. Ну че, уголок? Хуй там. Бля, я думал, он прямо едет. Нихуя себе. Пиздец, пацаны. Не, ну, блядь. Я извиняюсь за маты, ребята. Дети, смотрите мультики, меня не смотрите. Че, выходи. Вы покинули место, да и провалили заказ. Да пошел в жопу, бледный. Увидимся с тобой на новой тачке. Ну, а мы сейчас вальнем боком, реально, тупо, под фончик сейчас. Ждать следующего заказа. Не, мы отказываемся, мы увольняемся. Не, вообще, если реально, как бы, то нас бы хер бы взяли в этот Рубер работать на Жигулях. Кстати, у этого мода нету поддержки вот именно таксовать, поэтому там нужно немножечко прописывать. Как бы, кому надо, пишите мне в личку группы ВКонтакте, я вам помогу. Подскажу, ну, скину там файлик или что там надо, я уж не помню. Файлик там, да, надо поменять. Конфиг машины. Но это тачка из воркшопа, если что. Тупо бросаю сцепу, и она в шлифы.
Не, на самом деле боком валить тут надо трафик отключать, потому что он мешает. Ну давай какой-нибудь поворот выберем, я не знаю. Такой попроще, вот этот, например, сейчас. Только хер нам трафик не даст угла дать. Но мы попробуем. Не, у меня неприязнь какая-то к немцам, короче. Ну вы поняли. Боком валить можно, но осторожно. Сейчас мы в какой-нибудь столб впечатаем ее и на этом закончим видосик. Ой, я на ручнике зашел. О, нормально, нормально, что-то задел. Ладно, не важно. Давай по кольцу навалим еще. Давай. Ручник. Надо разгон ей, бляха. Сейчас мы не запистоним, мешаются все. Свалите, Жигули едет. О, нормально. Давай. Блин. Думал, перекладку может получится. Нихера. Давай в этот поворот. Хуй, Волга. Давай. Хуй, я аж вспотел, пацаны. Ладно, все. Хватит угорать. Эй, долбоёб. А, я, наверное, заехал на односторонку. Ладно, неважно. Заезжаем. Сейчас мы в девятосику. Паркуемся. Нормально. Ну что ж, ребята, как-то так. Какой-то вот такой вот трэш и угар. Я извиняюсь за маты, я извиняюсь за свое непристойное поведение, но все-таки я на Жигулях. Нормальный четкий пасык на боевой классике. Всем большое спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, не забываем про группу ВКонтакте. Всем огромнейшей удачи, всем счастливо и покеда.